Всем привет! Это снова мы. Едем искать одно очень интересное место. Место, где раньше был наш леспромхоз, который мы длительное время копаем, но до войны он был в другом месте. Сейчас мы примерно увидели, где он должен быть. Едем его искать. Вот по дороге встретилась вот такая бобриная плотина здоровая. Совсем здесь узенькая такая речушка была. Вот такая, метров 20 залепили бобры, трудяги. Просто мимо проехать не могли. Вот так вот машина. А здесь вот такая красивая плотина. Круто. Вот такими путями мы добираемся. Ищем. Ищем место. Все очень сложно. Вот так вот здесь бобры запрудили. Вот. И вот такая вот у нас дорога. Колеи, лужа. Непонятно, что под ней. Сейчас будем ехать. Фигня! У вас не сдается. Как бы добрались мы до места с приключениями, буксовали. Машину все извозюкали. Вот так вот. Но прибыли вроде к месту назначения. Будем искать точку. Где-то здесь должна быть. Ну, здесь вот старые дома. Не то мы железо чуть ищем, конечно. Но вот такие тут. От печек. От печек лавочек. Лопатки. Здесь стоял дом. Ищем. Попалась вон какая красивая елочка. Офигенская. Прям пушистик такой стоит. Таких не видел еще. Вот с обратной стороны этой елки стали попадаться вот такие железки. Ну не то, конечно, что мы. Вот труба такая торчит. Хорошая, выдернуть не могу. Там в лесу еще одна железка тоже. Это бак от, как он, термос полевой. Не знаю, с войны, наверное. Так, еще там от телеги ось. Он там лежит. Сын там, не знаю, что-то копает тоже с другой стороны. Но не то, что мы рассчитывали. Мы думали, здесь будут запчасти тракторов. А их пока нет. Вот такой здесь. Какие-то на снаряд похожи, но не снаряды. Не то, что мы думали. Пойдем потихоньку, наверное, собираться. Такие красивые здесь поля. Но железо, какое мы хотели, нет. В общем, вот столько мы накопали. Мало, не те железки, которые мы рассчитывали. Но будем знать, что здесь больше ничего такого нет. От тракторов здесь он от телег. Вот они, оси. От тракторов ничего нет. Ладно. Подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч, друзья. Копайте хеви-метал.